Дриопитек – предок людей. Дриопитек является одним из 40 известных родов вымерших обезьян. Это был первый род гоминидов. Имя переводится как «обезьяна с деревьев». Дриопитек жил на Земле 5 миллионов лет назад. Этот предок человека всю жизнь проводил на деревьях. Рацион питания дриопитека состоял из мягкой пищи, такой как фрукты, листья, цветы и стебли. Считается, что этот вид населял Азию в верхнем и нижнем миоцене. Конечности дриопитека были относительно короткими, а руки и ноги обладали мощной хватательной способностью. Но вот хвоста у дриопитека уже не было.